Sissi è per una madre valza. Non vorrei che tu non vivi dal pavimento. Hai bisogno, ma hai detto che... Thank you.
ragazzo. Это мне поможет. Вокруг никого. Можно не бояться, что нас увидят. Вот он. Что-то у него тревожный вид. Так, так, так. У меня на пороге изгой. Великая мать, дай мне сил. Боишься, нас кто-то увидит? Ты так озираешься по сторонам, прямо как вор на базаре. Осторожней, шею свернешь. Ты же беду всегда приносишь. Будешь тут озираться. В прошлый раз ты говорил, что у тебя есть свободный нить-мёд. Не продал? Да нет. Но я хочу за него окуляр падальщика. Сама знаешь, особое оружие обходится недёшево. Не вопрос. Я недавно завалила падальщика. Есть окуляр в лучшем виде. Так уж и в лучшем. Где он? Теперь смотри мне, давай-ка поаккуратнее с этим нитьмётом, поняла? Я как-то совсем не хочу зацепиться ногой и подорваться на твоей ловушке. Да ну, а так и не скажешь. Ты еще тут будешь? Вдруг мне еще что понадобится? Я буду здесь. Все как обычно, неси мне любые детали от любых машин. Чем лучше детали, тем больше осколков получишь. Может, взглянешь, что у меня есть на продажу? Кто знает, может, что-то даст тебе фору на инициации. Чего такой хмурый? Не с той ноги встал? Вот пройдешь инициацию и сможешь закупаться у торговцев в сердце матери. А я, может быть, не люблю терять клиентов. В смысле, у честных торговцев, которые не имеют дел с изгоями? Именно. Скоро наше преступное общение закончится. Твое дело молчать. Боишься, я могу выдать, что ты торговал с изгоями? Я думаю, ты не из тех, кто болтает. Но мало ли. Можешь не переживать. Я тебя не сдам. Да я так и думал. Но все равно приятно. Зачем ты рискуешь? Торгуешь с изгоями? Каждый раз спрашиваешь. Если тебе хочется поговорить по душам, катись отсюда. Потому что ты сам был изгоем? Да. Меня застукали, когда я лазал по железным руинам за гранью объятий. Матриархи решили, что я запятнал себя. 5 лет дали. Что ты видел среди руин? Да я сам не понял, что. И потом, когда я вернулся из изгнания в сердце матери... Все, кого я знал, про меня позабыли. Да и народу там стало так много. Здесь мне больше нравится.
Я про тебя никому не говорила, только Расту. Ну, он меня точно не сдаст, даже если захочет. Раст — человек долга, человек чести. Как ты его терпишь? Ты правда не знаешь, за что его изгнали? Говорю же, нет. Никто не знает, но за что-то серьезное, потому что изгнали пожизненно. Ну, вроде все обсудили. Ладно, удачной инициации. Благослови тебя, мать, и все такое. Если я изгой, это еще не значит, что я не пройду.